Отдельная мотострелковая бригада армейского корпуса Северного флота отработала боевые действия в условиях Арктики. На этот раз тренировались расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21, более известные обывателям как «Град». К учениям подошли комплексно. Сперва развертка на местности в закрытых огневых позициях. Далее необходимая разведка. Бойцы изучили окружающую территорию и обнаружили цели. Но и это еще не все. Личный состав метеостанции зондировал атмосферу. Это необходимо для точной корректировки стрельбы. Ну а затем... Стрелять батареи! Цель 102-я! Колонна! Навестись! Учения реактивных батарей мотострелковой бригады прошли в рамках лагерного сбора артиллерии армейского корпуса Северного флота. Цель сбора – слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевой выучки личного состава и повышение практических навыков командиров.